Просыпайтесь, полезная информация в эти ранние часы. С вами готова поделиться рубрика «По вашим письмам» в студии Наталья Агейчик. Вопросы ЖКХ и выплаты пенсии сегодня на повестке дня. Андрей отправил письмо в информационно-справочную службу. «Я живу в деревянном доме на две семьи. Моя половина не приватизирована. Нас присоединили к управляющей компании. Мы платим им уже 3 года. Дом нуждается в ремонте, в частности, в ремонте крыши. Я приезжал в управляющую компанию с этим вопросом, но мне сказали, что денег нет. Должен ли я вообще им платить, если моя половина не приватизирована? И как добиться, чтобы сделали ремонт?» Андрей, работы по ремонту крыши относятся к капитальным работам. Соответственно, капремонт должен оплачивать собственник. В вашем случае это муниципалитет. Вы же, как наймодатель, оплачиваете только текущий ремонт. Как добиться проведения капремонта? Обращаться во все инстанции. В первую очередь к собственнику, то есть, опять же, к муниципалитету. Обращаться к управляющей компании можно и нужно, но только если вы до этого на общем собрании собственников, ну, здесь их два, да, приняли решение о проведении капитального ремонта. И не только приняли решение о проведении капитального ремонта, но и собрали для этого необходимые средства. Только тогда, и, ну, естественно, только тогда вы вправе ставить вопрос перед управляющей компанией о проведении капитального ремонта силами управляющей компании за ваш счет. То есть тогда, когда вы приняли решение и обеспечили это решение финансовыми средствами. Потому что управляющая компания, понятно, за свой счет капитальный ремонт вашего дома проводить не будет. Михаил Петрович Грищук отправил свой вопрос в рубрику. «Я живу в Перми, можно сказать, на птичьих правах. Официальной регистрации нет, жилье снимаю. Как мне оформить пенсию и смогу ли я ее вообще получать? Ведь для этого требуют либо регистрацию, либо справку о месте пребывания». Отчаиваться, Михаил Петрович, не стоит, ситуация не безвыходная. Гражданин может получать пенсию как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания. Также и без регистрации. Ну, понятно, что в жизни случаются всякие случаи. Поэтому этот гражданин приходит с паспортом, пусть даже без прописки, значит, пишет заявление: прошу мне выплачивать пенсию там по адресу, там улица Ленина, там какой-то дом. И все, значит, у нас есть пенсионное отдело, мы организуем выплату по этому адресу. Вот, ну, пройдет регистрацию, гражданин придет к нам, мы, значит, внесем данные регистрации, значит, этого гражданина. Не переживайте, если не услышали ответ на свой вопрос, он прозвучит обязательно в ближайшее время. Писем мы ждем по-прежнему на электронную почту или в информационно-справочную службу. Координаты внизу экрана. А на сегодня все. Берегите себя.